идем. Так. Кто там, Дотя? Кто там? Скажи, кто там? Мама, я гугу. Мама, еще я гугу. Ну вот там еще, да. И еще, вот там их целая семья. Доченька, кто это? Руку опусти. Огромный. Кто это? Что они делают? Кушает палочку, да, верблюда? Ой! Ой, птичи тайги! Давай, мама, помоги. Я пойду еще на руку. Смотри, какие верблюди. Аки! Привет, верблюд! Смотри, что это он делает? Грызет? Кто там? Что он делает, доченька? Что он делает? Мы пришли в павильон маленький. Здесь птицы журавли красивые с таким хохолком. И там птиц много очень. Тут и пеликан должен быть где-то. Попугай. Привет. Привет. Ты говоришь или нет? Привет. Иди сюда. Иди сюда. Здесь вот такая красивая у них территория сделали. Для птичек здесь им не скучно, не так, как в некоторых вольерах. Здесь вот есть клау, вот такая птица прикольная, совы. Клау. Он прилетел, показывает. Огромный. Здесь такие два красавца. Парочка сидит. Им такой сделали вольер. Очень комфортный для них. Они тут кайфуют. У них корм киви, киви лежит, бананчики там, попугаев. Здесь, в общем, не голодают. Лемуры? Лемуры. Какие лемуры? Не видно, здесь стекло. Это мангобей какие-то животные. Ой, это красиво. Играется. Напротив вольеры с птицами. Различные уточки, павлины. Пеликанов что-то мы здесь пока не нашли. У нас Ева любит пеликанов больших. Ну, тетя не в тему пришла, она так прыгала классно. Он попрыгала дальше. Здесь обезьянки идут у нас. Это называется сиаманг. Рудына гиббонови. Приматы. Сиаманг. Сиаманг. Огромные приматы. Вон, целое семейство живет. Такие черные. А это не сиаманг. Подожди, сиаманг это черный. А это... Это... Павиан Анубис. Павиан Анубис. Центральная Африка. Вот это Павиан Анубис. Следующий сиаманг это черный. Это Индонезия, Малайзия. По лицу даже видно. Больше. Азиаты.
Дальше макак свинохвостый. Малайзия, Индонезия, Таиланд. Вот лазит. И следующие будут маленькие капуцин бурый. Глык капучин. Родина капуцинове. Не написано, с какой страны. В международной красной книге записано. Да как так-то? Он лапки тянет. Как так? Я Ирина Лапутян. Кто это? О, поймал, да? Да, обезьяна. Да. Красный кузов. Капуцин называется. Все на тупые белки накидал, которые их не ела. Лапу выставляй, давай, лапу. Лапу высунь. Поймаешь? Ну, поймает, я думаю, так. Ты готова? Да. Ну, это умная. Я пойду, Михаил. Все, вот так, дальше нельзя. Смотри, лапки тянет. Еще две. Дай, как она ручку тянется. Скажи, давай. Обезьян, будешь? Смотри внимательно, как она есть. Восечка, я не смеюсь. Я наоборот радуюсь, что ты сама уже ходишь по ступенечкам. Идем-ка посмотрим там гусей. Гуси. Папа, смотри, дозолей еще сделали. Загорело, да? Посмотри, какие у меня сено есть. Папа, смотри, я это тут на опочивальной сделали хомлик. Видишь? Ну да. Под мышками что-то себе там. Пап, кто ты себя под мышками так делаешь? Мама! Она встает! Ева, смотри, Аня! Она как будто человек. Позирует. Давай, подогласим. Здесь такой питомник, крокодилы вместе с змеями, черепахами, ящерицами большими, типа вараны, пауки, рыбы различные, вот опять черепахи. Что она делает? Пытается, наверное, что-то сделать. Это Узиман зазвучай. Захидная Африка. Узиманза. Узиманза. Радует тебя вон крокодил, смотри какой. О, какие зубы, сразу. Смотри какие зубы.
Так. Это анаконда парагвайская. Маш. Южная Америка. Вот анаконда. В воде живет. Языком ты бибик? Наблюдай, ты бибик? По языку? Еве понравилась анаконда. Не может отойти от этой анаконды. Друг на друга смотрят. Вот такая голова у нее большая. Их здесь две штуки. Они сплелись друг с дружкой. Это длиннее. Это длиннее. Вот тигр спит, видишь? Большой тигр. Открывай глазки. Открывай глазки. Открывай глазки, Ева пришла тебе кормить. Кайфуются. Ну, правда, уже солнышко зашло, но они кайфуют. Он спят. Один лев огромный и три львицы. Их тут кормят неплохо. В принципе. Ну, конечно, я думаю, что три львицы. Жалеется. Жалеется, да. Вожак, вожак. Он. Лев он сел, просто думает, нужно оно ему или нет. А львица вообще спит. Дотя, кто там ходит? Кто там ходит? Кто это? Ходит. Жираф ходит большой, да? Большой, там еще один жираф ходит. Давай, вон еще один жираф ходит, смотри. Я вам сказала, это жираф папа и жираф мама. Два жирафа, да, дочь? Смотри, а сейчас папа ел. Кто там? Зебра. Зебра там ходит, правильно. Зебра, идем посмотрим, поздороваемся. Зебра, доченька. Конюшка. Здравствуй, зебра. Привет. Зебра полосатая. А где слон, Дотя? Вон слон. Кто там, Ева? Кто там? Кто там ходит, Евочка? Ева, что это? Слон хочет домой, наверное, кушать уже. Видишь, его не пускают. А там убирали они меня. Слоник, слоник машет хоботом. Скажи, пустите меня домой погреться. Он нервничает явно. Тут еноты. Отдельно им такое построили вольер. Большой. Енот-полоскун. Ой, какой красивый павлин. Ой. Показывает нам хвостик свой. Смотри. Смотри, как хвост показывает нам. Дотя, как он нам хвостик показывает. Видишь? Ой-ой-ой. Павлины. Привет, павлины.